أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые жители селения Черки, уважаемые гости, уважаемые алимы, в действительности, как и было сказано, у нас очень много ниаматов, за которые мы должны шукру делать. Знаете, насчет ильму, если сказать, и шукру за ильму, связано с этим, расскажу одну случай такой из жизни Харуна Рашида и Малика ибн Анаса, рахимахуму та'ала. Когда, говорит, в 170 году Харун Рашида поставили халифом, его начали же называть как Амир-ул-Му'минин, он решается пойти на хадж. И начинает он с Медины. Пришел в Медину и, зная, что там живет Малик ибн Анас, говорит, рахима Аллаху та'аля, позовите мне Малик ибн Анаса с его книгой, которую он составил. И Анасу, когда человек пришел и сказал, тебя, говорит, Харун Рашид зовет к себе, с книгой, которую ты составил, он сказал, нет, я не приду. Ему говорят, если ты не придешь, он человек жесткий, говорит, накажет тебя. Зачем, говорит, на себя его вызывать? Делай что-нибудь. Он говорит, если необходимо пойти, я, говорит, пойду сам, унижая себя, но свою книгу не понесу. Ильму, который Аллах дал, я, говорит, не унижу, даже если я себя буду унижать. Но все-таки он сам пришел туда и говорит Харун Рашиду, Харун говорит, тебя, говорит, Всевышний Аллах возвысил, отправляя пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, как посланника к тебе. Но я, говорит, слышал, что он сказал, Нафи' мне рассказал, говорит, что пророк, алейхиссалам, сказал, как-то раз, когда он был у Ибну Умму Мактума, он получил аят, говорит, Всевышний Аллах, субхана ва тааля, откровение ему послал, что не будут ровны те люди, которые сидят дома, и те, которые усердствуют на пути Всевышнего Аллаха. А Ибн Мактум за это время был слепым. Он сказал, ну, мне же что делать, пророк, я же слепой. И он говорит, продолжение аята получил после этого, что кроме тех людей, которые имеют вред, имеется в виду, не могут выйти из-за того, что они имеют причину на это. И он говорит ему, знаешь, говорит, Рашид говорит, что Всевышний Аллах говорит, Джабраиля, только что который вахью принес, обратно же отправил, чтобы после другую часть аята отправить. А ты, говорит, просишь с ильмом, чтобы я к тебе пришел. Я, говорит, с книгой не приду. Но если ты хочешь, говорит, его читать, тебе надо, говорит, пойти туда, где оно есть. И выслушав, Харун Рашид сказал, нет, говорит, мы его не прочтем, кроме как у тебя дома, говорит он. И он со своим свитой выходит сейчас Малик ибн Анасу домой. Как они вышли, Малик ему говорит, когда он вот хотел подняться на свой лошадь, говорит, слушай, говорит он, я слышал от Нафиа, от ибн Умара, разве Аллаху анху, передается хадис, говорит Малик. Смотрите, когда Малик рассказывает ему, говорит языком ильма, он принимает все. Он говорит, я, говорит, слышал от него, что он сказал, когда человек идет изучить ильму, говорит, ангелы крылья вставляют под его ноги. Давай, говорит, лучше пешком пойдем. Харун Рашид говорит, хорошо тогда. Пошел пешком домой к нему. Как он пришел, ему, говорит, кресло поставили Харун Рашиду. И он на свое кресло сел. И Малик сказал, давай, говорит, я сейчас подготовлюсь читать хадис. Благовоние, хороший запах делает, одевается, все делает. И когда он пришел, он говорит, знаешь, говорит, я, говорит, слышал, что пророк, алейхиссалам, сказал, когда, говорит, люди, изучая ильму, отделяются от простого народа, говорит, пользу от ильму не получат ни эти, кто прочитали, и не те, кто простыми, да, вот вне ильму оказались. Лучше, говорит, с ними его читать. Поскольку время хаджа, давай, говорит Харун Рашид, скажи, пускай все придут на этот урок, ибо эта книга еще никто не прочел. Он говорит, хорошо, позовите всех людей. Они позвали. Они сели, а Харун Рашиду сейчас говорит Малик. Малик говорит, человек, который принизил себя относительно ильму, его возвеличит Аллах. Стань, говорит, с этого кресла и садись с этими людьми, с мутаалимами. Он встает, послушание, садится с ним. А потом, что говорит Малик, посмотрите, какое прекрасное отношение. Он говорит, слушай, говорит,
Вставай, говорит он ему. Сам поднимает его. Аллах же сказал, что кто тебя себя принизил, он поднимет его. Малик говорит сам, который только что посадил Харун Рашида, говорит. Харун говорит, встай, говорит Рашид. Встал он. Садись, говорит, возле меня. Он сел. Говорит, как назвать эту книгу? Харун Рашид говорит, назови как тебе угодно. Он сказал, нет, мы его назовем книгой Муатта. Взаимосогласие. Почему? Потому что ты только что согласился со мной на все, говорит он. В честь того, что он на встречу пошел, Харун Рашиду, сам Малик ибн Анас эту книгу, великую книгу, которую он составил, он назвал этим название дал Муатаам. Потому что он взаимосогласно с ним на все послушание было. Потом он ему сказал, давай читай, говорит. Он прочел всю книгу имама Малика, имам Малик читает ему, он выслушал, потом уходит в Мекку. Приходя в Мекку, до выезда он ему сколько подарков давал, он не принял. Он сказал, вот ты, эти лошади, эти все, что ты мне даришь, говорит, я на них ездить не буду в городе Медине, поскольку тут похоронен мой любимый пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Мне они не нужны. Но он их не принял. Дальше уходит из Медины, хедж совершит наш Харун Рашид. Он что делает? Тогда в Мекке был тоже большой, очень величайший алим Суфьян ибн Уяйнат. Он также отправил человека Суфьяну, говорит, пускай приходит со своим ильмом ко мне. Но тот пришел. С книгой своей Суфьян приходит к нему и прочел ему, но возвращаясь домой, Харун Рашид что сказал? Он говорит, сказал, «Рахима Аллаху Маликан, да смилует Всевышний Аллах Маликам, который не согласился с нами, но мы ильму от него взяли». Да смилует Всевышний Аллах Анас, это Суфьяна ибн Уяйната, который согласился с нами, но от его ильму я пользу не получил. Знаете, хоть и в начале у него было противоречие, все-таки уважение ильму, она всегда заслуживает уважения в любое время. Знаете, от того, что люди перестанут уважать ильму, цена же этой ильме никогда не упадет. Потому что Всевышний Аллах обещал его сохранить. Конечно, а где же она будет сохранена? В библиотеках, книгах? Нет, в сердцах ученых. Альхамдулилля, что, как и наш Мухаммад Расул сказал, альхамдулилля еще раз, что такие сердца, где Всевышний Аллах решил сохранить ильму, у нас в Дагестане они есть. Да будут они и в Дагестане, и во всем мире, чтобы сохранить ильму для наших подрастающих поколений. Знаете, подчеркну еще раз, когда слышишь, что кто-то защитил докторскую диссертацию или же какой-то там результат научный получил, сердце радуется. Даже если незнакомый человек. Почему? Потому что ты знаешь, что можешь спокойно уйти из жизни, твои дети попадут в эти руки, у них будут ильму учить. Да сохранит Всевышний Аллах нам в чистом виде наших алимов и ильмов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракату. Шамиль Хаджи, для вас есть ответственное поручение небольшое. Давайте вот как раз благодаря тем, кому сохранялось это ильму тоже, в том числе это здесь в Черкее, благодаря кому много работы тоже было сделано, вы будете вручать сейчас подарок, это Коран, пожалуйста, если можно. Сейчас я вытащу. Дебиру этого села в прошлом, Абдурахман Хаджи, уважаемый, вас решили поощрить вот этим Кораном и вот таким замечательным кинжалом. Машалла. Баракатли. Дай Аллах здоровья, долгих лет жизни, Абдурахман Хаджи. Те, которые на пути Аллаха усердствуют, если они получают такой почет, такое уважение и любовь людей на этом свете, то можете представить, что они получат на том свете? Ассаламу алейкум ва рахматуллах.